Ох, ебать, что это такое? Обойди справа, записка должна быть. А, дерьмо! Бежать! Куда? Я вижу, Аня, все, тихо, он исчез. А просто что это я было? Я вырубил фонарик. Да ни хрена он не исчез. Вырубите фонарик, здесь записка должна быть где-то. И круг. Я вижу, там что-то мигает впереди. О, он прямо... Вот он! Там круг, на круг я идите. Блядь! Я вижу круг! А вон он бежит. Я вижу круг! Он за мной бежит, походу. Круг! Я бегу за тобой, я в кругу тоже. Я в кругу. А, кто это? Там на небе красный компас. Он меня убил. Я тоже. Тоже их остал. Я одна жива осталась, вы издеваетесь, что ли? Аня, возвращайся к дому, он исчез. Возвращайся к дому, там записка. Руби фонарик. Врубай фонарик, Жень. Бля, ребята, я одна очкую, вы что сидите? Повернись. Фонарик. Я в кругу стою, мне плохо. Он уже исчез, скорее всего, посмотри под ноги. Это круг делает? Исчез уже, наверное. Исчез, он тебя убьет, не стой на одном месте. Да круг уже исчез, что ты на одном месте нет, стоишь. Я в кругу стою, он не исчез до сих пор. Окей. Я стою в кругу, я в стекло, я стою в кругу, блядь, можно я просто побегать? Что это? Мама! Он сдохнул! Что мне делать? Ведь круг не исчезает, а я стою. Иди к дому. А где дом? Я перепутала, это жилье. Вон туда иди, рядом, слева дом. Включи свет. Короче, если меня сейчас кто-то догонит, я сдохну. Сейчас из-под угла на тебя баба вылезет. А! Мать твою, ты нашла этот дом. Это церковь, по-моему, даже, а не дом. А, вы видите меня, что ли? Да. Мы за тобой следили. Заходи, криворук. А в него нельзя заходить, а можно? Нельзя. Иди к другим домикам. Да, там что-нибудь должно быть. Это поселок. Не мигай фонариком, он так 100% придет. Да вы задолбали, блин. Либо выключен, либо включен, но не мигай. Вот дерьмо. Ты рядом колодец? Я не знаю, да, колодец. Аня, колодец. В колодце. Подойди. Да вы издеваетесь, чтобы я сейчас штаны. Включи свет. Да блядь! Блядь, включи. Обыщи его. Ищи оттуда какая-нибудь хрень вылазит. Она вылезает, когда не ожидаешь. Я лучше отодвинусь от экрана, чтобы не обосраться. Не знаю, я подожду. Куда мне бежать? А, блядь! Не начала мигать светом. Нет. Это кажется так. Всё, и мне хана. У меня сердце пиздец. Мне хана, блядь! Ребята! Сегодня не ваш день. Вон, иди к этому домику еще. Я иду. Я хочу к большому домику. Колодец, она вернулась к колодцу. Ее чуть попнули. Что потом сзади нее что-нибудь стоит? Че, что, блять, а? Аня, ты следишь за радио? Слежу радио. Да, я слежу за радио. Записка прямо на дереве, записка. Да нет, левее. Позади. Куда ж, что ж ты делаешь? Повернись ты. Туда, куда шла изначально от колодца. Вон записка. Правее, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да правее ты чуть-чуть. Куда ты крутишься налево? Левее чуть-чуть. Все. Там была прямо перед тобой записка на дереве. А что она увидела? Мы, кстати, сейчас за ним смотрим. Или за Аней, подожди. Ань, ты жива еще? Вот записка. Вот, правее, ну правее, прямо перед тобой. Да. Вот она, да. Я на нее и говорил уже. Е. Я тыкаю Е на дерево. Ты взяла ее. Прочитать на H. Все. Аня, пизда тебе. Да. Да, тебе пизда. Я не шучу, повернись. А ты
чем больше записок соберешь, тем больше вероятности то, что они будут появляться. А собрать не только записку, там предметы надо собирать, а не записку. Короче, там книгу нужно собрать вообще. Можно я им зам, короче, я тут на той. Нет. Шлюх. Да и тебе, бля, я сипай. Помин со стороны. Вон там, кстати, круг. А, вот вижу круг. Да пидорас ебаный, сука. Это скелет. Это не круг, это скелет, иди вон. Левее круг, левее круг, да, вон там. И женщина. Да бегу я. Почему все время она остается? Я не знаю. Потому что она с иклой прячется позади мужчины. Потому что она записывает. Да. Вон записка прямо перед тобой на дереве, вижу, прямо. Вижу. Беги. Он по сторонам сначала посмотрит. Наоборот, не надо крутиться. Нет, это же не слендер, насрать. Бери. Сквозь дерево прошла, молодец. Да. Забей на чтение. Маму. Почему? Это очень помогает вообще-то. И что мне делать дальше? Искать еще. Аня. Люди. Ты пройдешь эту игру. Я пройду. Осталось найти святую воду. Давай, находи. Вон круг, там, значит, болото, иди туда. Я на месте людей просто дрочил на то, как... Данила вот в этом месте вышел, он как-то его испугал, он сразу выскочил из игры. Серьезно? Ой, люди. Ну? Один, кто пытается потрочить, найти оргазм. Молодец, Юр, ты как обычно просто. Нам не дальше бежать. Вон, дом искать. Иди там, посмотри. В дом иди, старые заброшенные дома всегда безобидны. Вот я включил свет, я увидел листик чуть не басра. Хватит мигать светом, машин. Перед тобой пенёк или это рожи? Не... Блядь, это пробежало. Ой, перед собой. Собок. Включи свет, пожалуйста. Дно мутное, ни хрена не видно. Включи свет, а. Вон он, вон он, вон он. Что она увидела? Как ты еще жива, блин? Так орешь громко, я думал, ты уже умираешь. Люди, БДСМ и фитиш. Кто знает, тот поймет. Вон, болото, святая вода, беги. Ой, надо, конечно, пешочком пойти, да? На каждом болоте лежит святая вода, вот 100%. А всегда здесь лежит святая. Тут карта есть конкретная. Тут баба она... появляется часто. Она не генерируется, карта. Она... Но все равно на болотах баба. Сходи в круг. Кто начал зарывать людей на болоте и ставить рядом с ними святую воду? Это так логично и практично. Это маньяки всякие. Иди вперед, прямо иди. А, мать твою! В круг, да позади круг. Она уже использовала круг, его нету. Молодец, Ань, как обычно, мировая. Больше ничего, но... Она купается в болоте. Это отходы, скорее всего, радиоактивные. Какое болото будет так сверкать? Говори громче, а то ты, походу, голос сорвала, я тебя теперь вообще не слышу, только твои визги. Что теперь надо делать? Она взяла святую воду. Надо искать еще что-то. Я сейчас пока гайд смотрю. Ой, ты пока ты гайд смотреть будешь, и я убью. Ну да. Просто бегай и ищи все подряд. Представь то, что ты бомж, которому не хватает денег. Самое главное, бабы не высказывай. Так, карта местности, значит. Ты была на болоте, ты была в поселке, детскую площадку. Слева, слева, беги. Да не сдавайся, дура! Ты пройдешь. Это мой факел, там безопасно, беги туда. А где, туда. Где, около чего мы оставляли факел, кто-нибудь помнит? Это радиостанция, тихо. Электростанция, поле, болото, это дом лесника. Аня, Ань, тебе надо идти обратно через болото. Смотри, около электростанции ищи тропинку и иди на север. Это налево, в общем, да, тут. И иди по тропинке прямо до церкви, мимо поселка. Да, по вот тропинке. Так. Молодец, беги. И включи фонарик, тут ни хрена не видно. Нет, брат. Это он включен, просто лагает. Нет, я не включу.
хоть раз в жизни Стас ошибся. Конец. Это солнце. Скелет, лево, скелет, лево, скелет, лево, скелет, слева, скелет. Там бока. Он тебя сейчас схавает. Можешь правее отойдешь чуть-чуть. О, дорога. Все, я бегу за ее, бегите нахрен! Нет, пошло быстро! Развернулась?